проигрывает, тот целует Ульяну. Жаль, что мозги не передаются воздушно-капельным путем. Да ладно тебе, я ж любя. Да блин! Можешь так не орать. Это крик отчаяния перед экзаменом. Да вы что, сговорились все что ли, а? Майкл, хотите ли вы выразить свое мнение по поводу моего знания физики? Нет знания. Нет и мнения. Мы просто не хотим, чтобы тебя отчислили. Тогда спросим у Чарли Чарли, сдам ли я экзамен. У кого? У Чарли Чарли. Сразу видно, самая младшая в семье. Чем мелочиться? Давай сразу совет соберем. Пиковая дама, сладкоежка, матный гномик. И такое есть? Ну, насчет него не знаю, а вот по Чарли Чарли инфа 100%. Настя сказала, что самый точный ответ он дает в пятницу 13-го, то есть сегодня. Ульян, дай карандаш, пожалуйста. Тебе 10 лет или тебе просто физику неохота учить? Да ну не понимаю я ее! Так давай я объясню. Да когда ты мне в прошлый раз объясняла, ты мне по голове настучала. Потому что ты не слушаешь. А ты плохо объясняешь. Давайте, подходите все. Спасибо, отсюда посмотрю. Нет, спасибо, у меня свидание. Майкл, да не парься ты. Она тебя провоцирует просто. Женщины всегда так делают. Чарли, Чарли, а Майкл и Полина поцелуются? Ребят, ну вы что, стареете, что ли, а? Взрослеем, Жень. Майкл-то как-нибудь переживет один провальный экзамен, а тебя за очередной косяк из школы выпрут. Я не хочу терять друга. Да ну не выгонят меня из школы. Один раз вызываем Чарли, и я иду учиться. Обещаешь? Клянусь своей младшей сестрой. Бедная Настя. Так, нужно взяться за руки. Теперь три раза говорим. Чарли, Чарли, приди. Чарли, Чарли, приди. Чарли, Чарли, приди. Чарли, Чарли, приди. Так. Чарли, Чарли, ты здесь? Чарли, Чарли, может, ты все-таки здесь? Все, молодец. Теперь физика. Да, да это просто сквозняк подул. Ты тут? О, ништяк. А ты смотрел новый ролик Влада А4? А у тебя есть пупок? Чарли, Чарли. А я сдам физику? Да ладно, ребят. Это все точно можно объяснить. Силы природного магнетизма или еще что-то. Чарли, Чарли, а ты можешь появиться перед нами? Появись! Бо! Ну? Какой-то ты мелкий. А ты глупый. Чарли, Чарли, а ты смотрел на ролик Влада А4? Это серьезный, единственный вопрос, который ты можешь задать без смертного духа. Ну, я... Извини, пожалуйста, а вы... Ну, а ты... Ну... И убиваешь людей, а... Извините, а вы, а ты, а они... Мне нет дела до такого никчемного труса, как ты. Даже девочке не можешь признаться, что она тебе нравится. Я правда физику не сдам? Ты тупой, ты не сдашь, не переживай. Ну а ты, заучка, что ты спросишь? Чарли, Чарли, а о чем ты мечтаешь? Чарли? А где он? Чарли, появись! Чарли, появись! Кажется, мы его чем-то обидели. Ну ладно, мне все равно не понравился. Пойдем, Майкл. А как же физика? Так я все равно не сдам. Нифига готовиться тогда. Жень, блин! С ума сойти.
Чарли, Чарли, приди. Чарли, Чарли, приди. Чарли, Чарли, приди. Что, Чарли? Ты тут? Так, хорошо. Чарли, ты можешь появиться передо мной? Господин Чарли Чаплин. Ой, то есть Чарли Чарли. Я Настя. Мне все равно. Очередной глупый ребенок. Давай, задавай свои глупые вопросы. Я просто хотела у тебя спросить, у тебя что-то случилось? Я видела, как ты исчезал, когда тебя вызывал мой брат. А, твой брат. Сочувствую. Почему ты такой грустный? Да просто вся моя жизнь, ну то есть не жизнь, состоит из глупых детских вопросов. И есть ли у тебя пупок, далеко не самый худший из них. В моей жизни смысла гораздо меньше, чем в жизни твоего... глупого брата. Женя не глупый. Он хороший. Просто ты его не знаешь. У него большая мечта. Он хочет стать авиаконструктором и делать самолеты, но там без физики никуда, и он никак не может ее освоить. И поэтому он злится и ведет себя как дурачок. А ты из-за чего злишься? Когда-то я закончил школу экстерном в 10 лет. Поступил в вуз. У меня был вундеркиндом, но друзей у меня не было. Все, кого я знал, были намного глупее меня. И я начал вызывать духов умерших ученых. Эйнштейн, Тесла, Ньютон. Я так часто начал вызывать их и просить говорить со мной, что не заметил, как сам стал духом. Ого, это ужасно. А когда я стал духом, они сказали мне, что хоть я и знаю очень многое, но я не понял главного. Пока я не обрету друзей, я не обрету покой. С тех пор я и вынужден отвечать на детские вопросы, но друзей я так и не нашел. Никому не нужен ум. Я совершенно бесполезен. Нет. 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 Не говори так. Каждый человек кому-то нужен. Человек. Человек-то нужен. А вот Чарли на обед будет сегодня гречка? Возможно, и нет. Шах и мат. Настя, ну какой репетитор? Он может научить тебя физике. Призрак? Да, он очень умный. Он даже с Эйнштейном разговаривал. И мама за тебя переживает, и твои друзья, и я тоже. Если он будет борзить, я ему... Женя, он хороший, правда. Так, готовы? Давайте. Чарли, Чарли, приди. Чарли, Чарли, приди. Чарли, Чарли, приди. Так. Чарли, Чарли, ты тут? Супер. Чарли, появись перед нами. Опять вы. Чарли, а ты можешь подтянуть меня по физике? Я не уверен, что ты не безнадежен, но я попробую. Мне тоже надо, по всем предметам.
и на золотую медаль. И нас! Полина, подожди. Слушай, пойдем в кино.